Строительство новой школы на 1200 мест в микрорайоне Муринские пруды идет по графику. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Учитывая значимость объекта, требования к подрядчику серьезные. Повышенное внимание объекта особой важности. Мы это понимаем, что он важен и для города, и для тагильчан. Поэтому сделаем все возможное. И невозможно для того, чтобы все сделать в срок. Ставится задача в основном завершить строительно-монтажные работы в июле, чтобы начать непосредственную подготовку к учебному году. Сейчас в здании идет отделка, монтируется электрооборудование, проводится вентиляция. Серьезные задачи предстоит решить по благоустройству территории новой школы. Запланировано строительство масштабных спортивных объектов. Часть работы выполнена в прошлом году. К оставшейся приступит весной, когда позволит погода. Ситуация на контроле у губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева, областного правительства, главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Запись в новую школу, которой присвоен номер 100, уже началась. Объект очень важный, нужный. Поэтому и Урал-инжинирингу, и службам всем, кто задействован, значит, надо усилить здесь работы, чтобы этот объект к 1 сентября мог принять учащихся. Наблюдать за ходом строительства в режиме онлайн в ближайшее время смогут все желающие. Для этого будет организована трансляция с камер видеонаблюдения.